Поздравить спортсменов приехали почетные гости. Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сизганов и министр спорта и молодежной политики в регионе 13 Александр Савилов. Республика Мордовия традиционно высоко активна и, самое главное, результативно участвует в этом окружном проекте. В Мордовии сегодня на очень высоком уровне стоит вопрос об организации деятельности профессионального клуба. А кто будет подпитывать кадрами? Конечно, сидящие в этом зале. Напомню, соревнования проходили в трех возрастных группах. Это младшие 2011-2012 годов рождения, средние 2009-2010 и старшие 2007-2008 годов рождения. Александр Савилов отметил, что с каждым годом хоккей набирает все большую популярность, в том числе и среди девочек. К тому же для этого в республике созданы все условия, в том числе и недавно открывшаяся Саранск-арена. Фигурное катание, но и детский турнир по хоккею прошел. И дальше мы будем там проводить хоккейные мероприятия. И в том числе уверен, что и здесь присутствующие ребята выйдут на лед этого замечательного дворца. Вот я вам хочу пожелать всяческих успехов, не останавливаться на своем правильном жизненном пути и заниматься хоккеем. И уверен, как уже Михаил Степанович сказал, из вас вырастут те будущие наши звезды, которые будут прославлять не только Республику Мордовию, но и в целом российский хоккей. Сразу после выступления спикеров, победителей и призеров соревнований ждала церемония награждения. В младшей возрастной группе лучшей стала команда из Рузаевки, в средней – из Атюрьева, а среди старших – инсарские ребята. Всем командам, победителям и призерам были вручены сертификаты на приобретение клюшек и другие ценные призы. Анастасия Целигина, Александр Овчинников. Народные новости.